Традиційно вважається, що елементи розумного будинку – атрибут елітного життєвого простору. Презентація нового продукту світового виробника систем автоматичного поливу «Rainbird», що відбулася у Центрі декоративних культур «Зелений мір», змусила присутніх змінити сталу думку, принаймні у частині управління поливом. Это действительно новинка, это одно из последних слов в системах орошения. И он позволит всегда получать какую-то актуальную информацию о системе полива, позволит удаленно ее управлять из любой точки мира, лишь бы у вас было наличие соединения с интернетом, ну и экономить воду. Раніше системи такого рівня встановлювалися лише на великих об'єктах, таких, скажімо, як гольф-поля. Сьогодні у власників замісних маєтків з'явилася реальна можливість організувати розумний полив, вносити зміни у віддаленому режимі, моніторити стан систем протягом 24 годин і миттєво отримувати оповіщення у разі позаштатних аварійних ситуацій. Це наш наружний контролер «Rainbird», датчик дождя. Ну і от непосредственно сам этот Wi-Fi модулечек, который вы можете установить в любой бытовой контроллер для любой системы. Вот что он из себя представляет. Далі через мобільний додаток завантажуємо абсолютно безкоштовно відповідну програму на смартфон і отримуємо весь функціонал з керування системою зрошення на своїй ділянці. Цікаво? Ще пак! До того ж економічно, вигідно і зручно. Ви знаєте, дуже приємне впечатлення. Людям удобнее будет отследить на расстоянии, не находясь близко. Не надо нанимать каких-то там людей, которые могут следить за своей системой полива. То есть очень удаленный доступ, находясь за границей, в любом случае могут все время контролировать и что у них происходит на участке. Так модернизация систем полива получается в больших объемах в плане там много участков на любом расстоянии, на любом месте, в любом городе, если даже какие-то выездные там, то можно, конечно, это регулировать все дистанционно. Ну, это очень удобно и заказчику это будет действительно интересно. А доступною для користувачів цю інновацію робить співпраця Центру декоративних культур «Зелений мір» з офіційним дистриб'ютором продукції «Rainbird» в Україні – компанією «Акваструм». Сьогодні ми представили нашого партнера – це «Rainbird», який займається полівочними системами. Єдині представники этого оборудования на Украине, то есть дают очень, так сказать, сладкие условия и гибкие в как в оборудовании, в предложении, так у них есть команда, которая проектирует это все очень быстро, в сжатые сроки, что не есть маловажным для конечного потребителя или же для, так сказать, генподрядчика, который работает на объекте. В честь того, что мы открываемся в Днепропетровске и готовы уже отгружаться со склада в Днепре, садовый центр «Зеленый мир», мы подготовили для наших партнеров, коллег, покупателей специальное акционное предложение, то есть это на уровне каких-то зимних скидок, может быть, даже в чем-то интересней, которое будет действовать вот в ближайшую неделю. Таким чином, Центр декоративних культур «Зелений мір» вийшов на новий рівень надання послуг, запропонувавши комплексний підхід до створення зелених зон у саду. На даному етапі часу ми доповнили наше предприятие большим складом с огромным ассортиментом позиций компании «Rainbird», автоматическая система полива. Значит, как бы пытаемся активно развивать этот рынок для того, чтобы любой потребитель, который приезжает к нам, мог получить полный спектр услуг. От рулонного газона, растений, автоматической системы полива, камня декоративной там, отсыпки и в том числе ландшафтного моделирования, проектирования и так далее. То есть все под ключ в одном месте. Я являюсь представителем «Садкамня», который располагался в Новомосковске. Сейчас мы поменяли еще одну площадку, открыли, которая находится на «Зеленом мире». На данный момент вы можете приехать и выбрать довольно-таки большой ассортимент природного камня. В течение недели делаем 15% скидки на весь ассортимент природного камня в связи с открытием общей локации. Господарям під час презентації вдалося створити особливу атмосферу спілкування. Бокалом доброго вина і апетитними стравами гостей пригощала компанія «Кетерінг Дніпр». Сегодня мы работаем на площадке садовый центр «Зеленый мир», «Агросоюз».
Также мы организовываем различные мероприятия в формате банкет, фуршет, кофе-брейк на закрытых террасах, на открытых площадках. Обращайтесь. Надихнулися? А тепер пора у сад, аби все росло, духняніло, радувало.